Ну что же, все вот это я уже проверил. Все работает. Не все. Так, этот уже проверил. Заодно посмотрим разброс по напряжению. Так, второй. Главное там все правильно сделать, потому что может стрельнуть. Потому что может довольно-таки неплохо задымиться. Потому что может довольно-таки неплохо подыметь. Так, 3,29. Второй. Ах да, вы заметили? Ах да, вы заметили, что я вот паял на вот такой вот... Так, надо дубль 2 делать. Итак, вот здесь вот я все вот это вот проверил. И не меш... Фокус. То есть по линии трансмит TXD, то есть передача данных. Ток потребления в простое Вот давайте я вам покажу, для чего нужна вот эта вот ножка. Она называется... Опа, опять отошло. Много фейловых дублей. Ток не ноль. Я так понял, если вот сюда подать, модуль просто засыпает. Я так понял, если вот на чип PowerDown подать логически ноль, модуль просто-напросто засыпает и все. А при reset он полностью перезагружается. И запись. Запись на паблик на ВК. И пост в паблике на ВК. Ссылку. Ну, а в следующем видео я вам расскажу, в общем, как вот этот вот модуль подключать. К, например, Arduino или к... Так что оставайтесь, дальше будет интересней. Подписывайтесь и не пропускайте. А что не приходит, зато возвращают деньги. Я уже проверил, без проблем, денежку вернули. Если хотите... то пишите в комментарии под этим видео, чтобы я рассказал, как покупать на AliExpress. Я, если много народу напишет мне, типа, давай расскажи, тогда я расскажу, но думаю, какой в общем в этом смысл, если и так видео есть миллионы. Опять же, вступайте в мою группу на ВК. Всем пока!